Вот такие вот худые белки вылазят после зимнего авитаминоза. Ну, в принципе, уже все, лес начинает просыпаться потихоньку, парк. И очень много сегодня вылезло после дождя улиток. Скоро здесь вообще нельзя будет пройти. Будет слышен только хруст под ногами. Потихоньку просыпается природа. Не знаю, достоит ли хижина до конца лета, но тем не менее пока она еще существует, имеет право на существование. О, еще одна белка. Белки очень худые какие-то, не отъелись еще. Надо набрать орехов, подкормить в непосредственной близости. Ну вот как-то так, какие-то такие белки. Здесь, в принципе, неплохо. Выход к Москва-реке есть. Можно будет в обед выходить, съесть пару сэндвичей на природе, побушкрафтить немного. Вот здесь еще одна хижина лесника. Еще одну такую хижину сделали чуть повыше. Было бы прикольно, если бы не достояли до конца лета. Там детишки могли бы играть, ходить, бродить. Вот. В принципе, кто-то ключ потерял от супермаркета. Ну все, выходим, едем домой после работы. В ближайшее время сделаем небольшой пикничок, пожарим мясо у реки. Это уже будет как бы отдельная история. Посмотрим, прикольная будет или нет. А вот и наша хижина. Куча улиток, которые вылезли. Все, всем пока. Такая вот природа большого города.